Это моя. Вот. Мозгоправка началась. Приветствую на канале Asmo The Play. Мы продолжаем играть Evil Whitehan. Как сказал, так и будет, в общем. Так, загрузка профиля, настройки, управление, назначение клавиш. Опа. Все. Продолжить. Так, поездка. Обучение можно просмотреть еще раз в меню паузы. Хорошо. Слава богу, ты жив. Как ты добрался? Это было нелегко. Но хоть больше не было никаких припадков. Повезло тебе. Эй, кажется, я нашел для нас транспорт. Все, значит, на нем едем. У нас где-то тут бабы шушеляются. А заведется? Сейчас узнаем. Черт! Что ты делаешь? Отвечай! Могла бы ответить, так, ну что-то. Что-то сверху жук какой-то, что ли. Где-то я это видел, где? Сингулярия, по-моему, там такой жук был. Он не такой, но... Очень похоже на нечто, это паук какой-то. Не, я здесь умирать не собираюсь. Да. Что-то убить ее хотел. Так. Поворачивай. Забрал патрон. Не знаю, как долго мы здесь продержимся. А что надо сделать-то? Контрольная точка, что-то быстро так доехали. И что теперь? Спокойно. Ага. Себастьян, они над нами! Берегись, у них динамит! Подожди. Один готов. С другой стороны ничего нет. Где вы? Не вижу. Вижу. Враг справа. Да, метод-то испытанный. Следующий. Вот так. Где? Доброй ночи. Спокойно. В укрытие. Не стреляй сверху. Так.
нормально. Сдохни! Зажигательная смесь у них, да? Еще пруд! Спокойно. Да. Тебе крышка. Откуда? Где? По ногам. Сверху. Их слишком много. Да пиздец. Еще идут. Готов. Без колена, то ты кому нужен? Не вижу. Да. Есть. Есть. На жопе 6 метров 6. Дай-ка, блин. Три патрона. Один патрон. Впереди враг. Этими займусь я. Все. Упал. Блин, это же бензин, топливо, вы чё? Это было совсем близко. Где? Держи с левой стороны. Ну, я так и знал, что у нас здесь эта тварь. Мы же ее даже не убили. Я сомневаюсь, что он умер. Какую хрень так просто не убить. Куда мы направляемся, Джозеф? У меня есть одна теория. Мы постоянно перемещаемся с места на место, словно по чьей-то воле. И соориентироваться на местности тут практически невозможно. Но свет психбольницы «Маяк», он всегда вдали. Эта штука, которой меня подключили, я видел ее в разных местах. Да, я тоже. Похоже, она одна и та же, но точно не скажу. Я заметил, что каждый раз, когда я ее нахожу, маяк становится все ближе. Возможно, это совпадение, но, как я уже говорил, похоже, что всем этим кто-то управляет. Значит, по-твоему, мы должны направиться прямо в больницу? Конечно. Точно. Отличная работа, детектив. Отлично. Похоже, по правой стороне до больницы будет ближе. Опа. Джозеф, нет! Вытащи нас отсюда. Там скорая. Возможно, в ней есть аптечка. Я пойду. Нет, я пойду. Не подпускай их.
Так. Блин. На. Вот так. Блин. Вот только этого мне не хватало. Да блин. Теперь-то мне точно нужен шприц. Ой, я как откладывал и откладывал. На. А там еще бомба, блин. Еще кто-то. Ты-то где, блин, ходишь? Ходит, рыгает. С пистолетом. Блин. Да почти. Давай, сейчас уйдет. А я следом пойду за ней. Сойдет. Где ты? Так, ладно. Мне нужна винтовочка. Ты где-то там ходишь? Вот он ты. Все нормально, так. Теперь тебя поджечь. Отбежать. Так, так, так. Блин, а я даже не заметил эту ловушку вонючую. О, вот это хорошо. Потом посюда и побежим по краю. Так. Ты через машину не лазишь? Нет, паркуром ты не занимаешься.
Так. Давай. Вот так. Кто-нибудь сюда? Нет. Как я должен туда попасть? А вот посюда и должен. Взяли фрагмент карты. Кровоостанавливающее средство, вещество, способное свертывание крови для экстренной обработки ран, и в комплекте бинт для оказания первой помощи. Бинтик, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Да вы шутите? Нужно добраться до пулемета. Вот так. Теперь вы. Так. Блин, я... Ладно. Так, ты вроде машину взрывал. Давай. Пролетим. Еще бегут. Тихо. Быстрее. Так.
Давай! Себастьян! Давай, давай. Кто там? Убери их от меня! Так. Куда бежать-то? Спокойно. Спокойно. Все, заходим, заходим, заходим. Патроны не будем тратить. Ой, блин. Даже не знаю, что сказать. По патронам, да, ущерб большой произошел. Черт. Надо выбираться, да поживее. Придется таранить. Сейчас тряхнет. Так. Спокойненько. Едем не спеша. Ой, нам конец. Приехали. Держимся. Охренеть. Закинул нас хрен знает куда. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!